Всем привет, с вами канал «Все для огорода», «Забытые хутора». Там вон банька такая, а забор огорожен, 8 соток земли, вагончик такой. И уже ничего здесь не сажают. Я помню, никогда здесь не было ни грядок, ничего. Одна травища растет, даже, наверное, уже не приезжают. В прошлом году точно не приезжали. Вот, забытые хутора. Здесь дорога. Там еще один участок слева. Там тоже бабулька жила. Тоже не приезжает. Потом еще дальше там два участка тоже. Не видел, чтобы были. Но здесь вот направо Серега живет. У него там два участка. И все, здесь целое поле, блин. Поле. Поле чудес. Никого за 30 лет здесь не прибавилось. Вот, ну и здесь ни хрена не живут. Вон там далеко еще виднеется, типа домик такой. Тоже забытый хутора. Вон там серый дом такой. Вон там серый в кустах смотрится. Там уже 20 лет точно никто не приезжал. Домик построили и все. Ну, здесь, видно, дорожка ходит, здесь бабулька одна живет. Здесь жил брат, еще кто-то жил. Она одна уже старая, и это уже под 80. Здесь вот раз прокосили, значит, она там живет. Вот. Я иду здесь к Андрюхе. Здесь Андрюха живет. Эта дорога ведет на станцию. Она, правда, не прямая, потому что здесь по прямой дороге нету проехать. Приходится вот такими вилять по такой дороге. Вот. Потом вот еще строение, домик тоже. Типа сарая, там бабулька жила. Я там дверь устанавливал и раму вставлял. Правда, без стекол. Она просто так просила стекла вставить. Но тогда нет, было возможности. Ну, стекла у меня не было. Она говорит, я заплачу. Нет возможности стекла. Раму я поставил. Двери тоже. Вот. Естественно, уже ей это было уже годов, наверное, 80. И сейчас 30 лет прошло. Здесь уже никого нету. Так, направляемся. Сюда вот по дорожке. Здесь два дома. Двое живут. Вот дом. И еще напротив там Андрей и Генка. Я направляюсь в этот дом. Вот в этот вот. В этот дом я направляюсь. Не знаю, они здесь или нету. А то не все лето их нету. Не было. Не знаю, ничего, может, ничего не сажали. Сейчас зайду, посмотрю, проверю. Я им это обещал, бутылочку Херша. Херша бутылку. Вот. А то дом сидеть неинтересно, а здесь все-таки. Правда, этот дом не сами строили, а какая-то контора. В принципе, мне нравится такая. Там две комнаты больших наверху. Внизу одна комната большая. Душ, кухня, это стол, туалет. Все там есть. Фу. Сейчас пройду, посмотрю. Вот, ну ладно, на этом видеоролик заканчиваю. Спасибо, друзья, за просмотр. У нас такие просторы. И народу никого нету. 1,5 гектара дали землю под дачи. А построили всего на 100 домов из 800 участков. Спасибо за просмотр. Всем пока.